Друзья, всем доброе утро. Всем доброе утро. У нас график теперь стабилизировался. Завез ребенка в школу. У нее еще до урока целый час. Она сейчас на площадке поиграется. А у нас сегодня планы. У нас сегодня шопинг. Такой мини-шопинг. Поедем, купим детям колготки. Хотим заказать дров. Вчера топили камин. Очень круто, очень классно. Прохладненько было вечером, но протопили и стало очень даже здорово. Очень даже здорово. Утром проснулись, еще тепло в доме. Так что хотим еще заказать дров. Ну и так, по ходу посмотрим, еще куда-то заедем, посмотрим. Открыли, кстати, для себя магазин здесь в нашем районе, называется Нета. Довольно хорошие цены, приятные. Вчера, допустим, картошку жена в журнальчике вычитала по 40 грош. То есть за 4 там, за 4 злотых можно купить 10 килограмм картошки. Это очень классная цена. Ну вот как бы предварительно и все. Так что все, полетел. Блин, делаю как отчет каждый день, ребят, ну, честно. Что-то не знаю, что-то получается все время. Хочется, ну, как-то записать просто, а получается, как какой-то отчет отчитывать. Ну, ничего, я думаю, вас, ну, это не напрягает. Как бы я же записываю свою жизнь, куда и чего я езжу, как перемещаюсь, что я делаю. В общем, да, если есть вопросы, пишите. Я всегда про это говорю. Пишите в комментариях свои вопросы, и я с удовольствием отвечу. Кстати, сегодня еще более точнее узнаю по информации по украинцам, которые могут въезжать по специальностям сварщик, техработник, ну, уборщица, уборщик. То есть вот эти штуки я сегодня узнаю. Потому что без виз для украинцев был там с коридором 90 дней, и они не имеют права работать. Только нужна рабочая виза. Но вроде бы вчера или позавчера внесли новый закон в это законодательство, что вот по этим профессиям без проблем могут их брать. Так что сегодня еще узнаю. Ну, всем хорошего дня. Кстати, вот это вот как раз и есть, там отдельное здание для первого класса. Здесь вот столовая, здесь игровая у детей. А вот там он первый класс, и там именно продленка, что очень хорошо. А вот это вот сама школа, которая находится напротив того здания. То есть очень удобно, дети занимаются в отдельном здании, и они не смешаны со старшеклассниками. И они в основном все время на улице. То есть это тоже очень классно. Что касается моего пальца, возможно, кто-то переживает. Смотрите, ну, с пальцем нормально, сегодня намного легче стало. Но вчера я так немного струхнул, правда, честно признаюсь, очень струхнул. Потому что, времени вообще нету на врачей. Сейчас еще в гипсе ходить. То есть прям я из-за этого я прям струхнул. Не то, что там страховка есть, все нормально. Но время, то, что могу сейчас попасть в гипс, в больницу, это опять же время поездки на врачей, на рентгены. А время для меня это очень важно. Это самый ценный ресурс, который есть в моей жизни, это время. Его всегда у меня не хватает, но я ним очень дорожу. Так что я с облегчением вчера выдохнул, когда узнал, что у меня все нормально с тем пальцем. Синий, ну ничего страшного, пройдет. Буду внимательнее в следующий раз. Кстати, район здесь очень красивый, правда, очень красивый. Я вчера поездил, позавчера мы ездили по этому району. Большим плюсом, большим плюсом для меня есть то, что здесь нет высоток. Но у нас и в том районе их особо не было, там максимально это пятиэтажка была. Но здесь их вообще нету. В нашем районе их вообще нет, этих пятиэтажек, высоток. В основном это частный сектор, везде частный сектор. И, в принципе, это довольно классно. То есть, дороги красивые, кустики красивые. Ну, это нормально, это здесь так оно и есть, в принципе. То есть, видите, за мной сейчас будет проходить такие, все очень довольно красиво, все зелено, все, ну, приятно глазу, в общем. Так что, не знаю, то есть высотки есть дальше, когда мы ездим в другую сторону, там ездим в спортзал, ездим заниматься, там, да, там есть высотки. А вот именно в нашем районе таких высоток нет. В общем, мы этим районом очень довольны.
В этом году подорожала страховка на авто. Если я в прошлом году платил чуть больше, чем 600 злотых, то в этом году порядка 840. В общем, сейчас покажу, здесь на экране появится, не помню прям на память. Нужно заплатить мне за год страховки на мой автомобиль. Вот такие пироги. Так, кстати, к вопросу, чем я еще занимаюсь. У меня достаточно много времени уходит на свое образование. То есть я читаю много, смотрю видеолекции, курсы видео смотрю, тренинги, записи. То есть очень-очень времени я уделяю образованию. Ну, не знаю, примерно, ну, часа, наверное, 3 в день. 3-4 часа в день. Как минимум я уделяю своему образованию, потому что, ну, и профессия обязывает, и вообще все обязывает знать лучше, знать больше и быть всегда умнее. В общем, ну, вот так вот. Очень, кстати, удобно, когда страховку, вот в этом году, в прошлом году так не делали, а вот в этом году уже АКСА, где я застраховал машину, где страховку я оплачиваю, уже присылает домой вот такие письма. В письме там диск с инструкциями и все вот эти счета, фактуры, то есть вот эти все бумажки она присылает. То есть они автоматом мне продлевают страховку. Вот у меня дата подходит, они к этой дате мне присылают новые документы, новую такую бумажку для о том, что машина, ну, застрахована, которую нужно вложить в техпаспорт и с собой возить, и квитанцию на оплату. То есть оплачиваешь счет и квитанцию эту тоже возишь с собой, как подтверждение оплаты. То есть не нужно ехать к ним в офис и все по-новому оформлять. Что, в принципе, очень классно. Но единственное, то, что подорожало на 200 злотых, чуть больше, чем на 200 злотых, ну, наверное, так и надо, или я не знаю. То есть, в принципе, ну, а что делать? Будем платить. Это, ну, когда мы ехали, то тогда я не знаю. Ребят, заказал черную маску, Black Mask. Знаете, такая там в рекламе показывают, отдирают. Хочу потестить. Давно ничего такого не заказывал, не тестировал. Так что ждите, скоро приедет эта маска. И мы ее с вами затестим. Я сам намажусь и покажу. Какая это маска? Или ее намажу. Шучу. Намажу и вам покажу. Кстати, если вам интересно какие-то товары проверить, я это люблю делать. Так что пишите в комментариях, какие вы хотели бы товары проверить. Ну, если понятно, это в нормальной ценовой категории будет, то я куплю и для вас проверю. Заодно посмеемся все. Анечка, покажи, что ты выбрала. Покажи свой пенал. Пеналик, покажи. Покажи. Прикольно, там банк стоит, Ситибанк. Дали карточку. Ну, в общем, за эту карточку можно что-то выбрать, приз какой-то. Мы пошли, подарок, вернее. Пошли, дети. И нам разрешили два взять. То есть Даша взяла у нас карандаши, а Аня взяла у нас пенал. Ну, прикольно, мелочно, приятно. Ну, как тебе сказать? Мы с собой берем самые такие польские колготки по 15 в прошлом году брали. Может, они в этом году еще... И так не будем. Ну, кто бы шикарше, я бы выгляжу, а не янче же. Только посмотрите. Филипп, выйдь. Видите, друзья, вроде бы ничего такого примечательного. Но если посмотреть сюда, тут есть вот такая вот зарядочка.
или зарядка. Ну, в общем, я не понимаю, что это такое. Но очень прикольно. Да, это все-таки зарядка. Там можно зарядить кроссовки. Да, от USB зарядить, и они светятся, подошва светится. Так что очень прикольно. Покажешь, как оно... Друзья, хотите, я вам расскажу вот, вот эту штуку с карточками, которые стоят, девочки раздают, банковские. Типа, ну, как бы сыграть что-то. Для чего это делается? Ну, возможно, кто-то уже догадался, это чтобы привлечь, ну, человека к стойке. Там у них стойка стоит. Привлечь к стойке и предложить свои банковские услуги. То есть, просто так человеку подойти и начать разговор, что давайте откройте счет в нашем банке, ну, не очень просто. Потому что люди спешат, люди, ну, как бы заняты. А когда ты говоришь, вот возьмите купончик, такую карточку, на ней писан код какой-то, и вы можете что-то выиграть. Вот мы подошли, они говорят, выбирайте приз. Она даже не смотрела, какой там номер, вы ни во что не играли. А просто подошли, она говорит, можете выбрать подарок. Так как мы были с двумя детками, они говорят, без проблем, пускай два подарка возьмут. Но пока дети выбирали, она нам рассказала про банковские услуги. То есть сколько стоит эта карточка, сколько, как оформление, как то. И в принципе все, вот и в чем и большой плюс таких вот каких-то акций распродаж. Ну, подарки увидели, там какие, ну, там фломастеры, там, в общем, разная мелочь, которая на распродаже там стоит центы, копейки стоят. Но тем самым они так привлекают людей, чтобы рассказать про свои банковские услуги. Вот так.